Ну вот, не соврали, что тут где-то клюет, что очень много машин стоит, натоптанная дорога. Теперь пойдем на лед искать, где это место. Ну, я думаю, тоже будет найти несложно, по тропинке иди, найдем. Будем искать это место, где ловится тут на Сиверсе подлещик. Говорят, весь в этой стороне. Один день тут, говорят, аж народа тьмуще было. Брал у всех. Сейчас пойдем. Будем искать это место. Ну, найти, я думаю, будет несложно. Идти надо по тропе, я думаю. Найдем. Идем искать. Может, поймаем сегодня хоть что-нибудь. О, какой ветер сегодня. О, как бобрики осинку съели. Бобры. Столько осинок погрызли. Ням-ням-ням-ням. Вкусненько им, наверное. Ну вот, короче, иду я уже назад. Оказывается, здесь тоже ловят окуня. Подлещиком здесь даже и не пахнет. Тоже там народа, да, есть. О, машин уже еще добавилось. Вот. Но все бегают, этого ловят окуня. Да, ну тут намного окунь крупнее, красивее. Но я даже ни одного не поймал. Я не могу я так прыгать, скакать. Это леска, тут глубина почти 15 метров. Сматывать эту леску все время. С лунки на лунку. Не мое это. Не то дело, если на подлещика нарвался, так нарвался, сидишь, ловишь. А с окунем надо все время с лунки на лунку переходить. Все время это путанье лески, особенно на такой глубине. Это ужас. Не люблю я. Еще как сегодня ветер, это вообще жесть.